В жилых комплексах от строительной компании «Капитал Строитель Жилья» всегда праздник. И Новый год уже стучится в двери к жителям жилого комплекса «Соловушка». Мы организовали это мероприятие для того, чтобы украсить нашу замечательную елочку. Собрали всех детей, родителей собрали, создали им такое приятное предновогоднее настроение. 2 декабря взрослые и самые маленькие жители жилого комплекса «Соловушка» вышли во двор наряжать живую елку. На праздник с удовольствием приехали представители компании «Капитал Строитель Жилья», чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Здесь прекрасно. Мы посадили сюда ель живую специально для того, чтобы можно было наряжать. И жильцы вот сегодня пригласили нас поучаствовать в подготовке к празднику Нового года. То есть, а именно нарядить елку, которую мы посадили осенью. Мы все очень этому рады и благодарны жильцам за данное приглашение. Яркий дуэт Бабы-Яги и Снегурочки проводил конкурсы для малышей. Все вместе большим и дружным коллективом жители водили хоровод и вместе с Дедом Морозом зажгли разноцветные огни на елке. Елочка, гори! Елочка, гори! Праздник нам приходит, а до Нового года осталось 26 дней. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».